Ребята, добрый день. Мы приехали в Палангу, зашли в Канкан пиццу, покушали и сейчас отправляемся к морю. Выходим. Наши люди в булочную на такси не ездят, а мы поедем на такси к морю. Кстати, здесь стояло три машины. Вот одна сейчас отходит, а одна еще осталась, но без водителя. Так, я предлагаю мужу ехать автобусом. Ну, что-то так отказывается. Хочешь шикануть. Человек приехал со столицы. А? Ну, на Жвею. Ну, давай спросим, почем здесь такси. Ребята, не надо отгадывать, где я. Я в Паланге. И самое интересное, что когда я была в Друзинкай, там такси тоже стоило 4-5 евро. Неважно, куда тебя везут, в какую точку. То же самое происходит в Паланге, потому что это считается курортный город. Здесь свои цены. И вот мы на аллее. Мы приехали на... Ну вот, солнце спряталось пока в облака. А пока мы дойдем, оно вовсю будет припекать. Кстати, где спасательная станция? Это центральная спасательная станция на Паланговском пляже. И тут много развлечений, большое кафе, баня, кстати, которую вам покажу, мотоциклы, бананы. И даже здесь, именно здесь, продают вареную кукурузу. Всюду продают мороженое, даже стоит вот аппарат кофейный, где вы можете просто с пляжа вот чуть-чуть пройтись и взять себе с аппарата кофе, которое стоит по сравнению с кафе 4 раза дешевле. Я слышу шум моря, скорее всего, волны. Только не дай бог красного флага. Но будем надеяться. Ну, слышишь, у моря. Хотя смотрела в интернете, 8 метров в секунду был, должен быть ветер. Ну, то есть это так. И небольшой. И не маленький. А еще нужно учитывать, что Паланга как бы уже ночами в Паланге становится прохладно. И днем уже температура 21. В Вильнюсе у нас сегодня жара 30. Здесь 21. Ну вот, видите, слышу ветер. Вот вы слышите ветер. Хорошо, что я взяла с собой спортивную куртку. И я, может, не замерзну. Вот здесь, смотрите, открыли чаи Формоса. Здесь мороженое, различные чаи. И молодежь очень любит. Тут ресторан вот на углу. Медведь в дюнах, мешка копоси, щимос ресторанас. Мы как-то раньше, когда приезжали, этого ресторана не было. Оранжевая линия, терраса. Тут вот такая красивая. Телефон, я не понимаю.
большая спасательная станция. Там много туалет. И также здесь очень большое кафе-пиццерия. Тут также продают вот мороженое прямо у самого берега. Ну, такой ветер, наверное. Ой, ну все. Все мои мечты разбились вот этими волнами. На пляже красный флаг. Я настолько надеялась покупаться сегодня, искупаться. Кукуруза, вареная кукуруза. Скейтбординг. Парень не может удержать парашют. Там на берегу застрял. А, вот он вышел. Вышел на волну. У него специальный костюм и шлем. И опять вот он падает. То есть парашют ветром поднимает вверх. Вверх. И он не может... Смотрю, второй тоже там застрял. Ребята, мы приехали всего лишь на один день. И, кстати, баня, такой погоды можно сходить в баню, но там вон люди купаются. Можно даже туда сходить. Вот дети купаются, то есть... Вот, смотрите. Вот видите, вверх поднимает ветер, и он, видите, он просто его не несет. То есть этот парашют, он должен быть как бы тянуть его, а ветер поднимает вверх, и он просто с доской уходит под волны. Вот второй тоже там, я не знаю, второй там что, просто там стоит в море, я не поняла. Вот так должен быть парашют, чтобы его несло по волнам. Вот видите, а ветер поднимает. Ребята, посмотрите, сколько людей сегодня. Сегодня, кстати, суббота. И несмотря на то, что красный флаг, очень много купающихся. Вот особенно там. Дети прыгают по волнам. Я бы никогда не пустила бы своих детей в такую погоду в красный флаг. Никогда. Ребята, приехали спасатели, то есть тут спасательная станция совсем рядом. Просто подъезжают на машине и всех выгоняют с моря. Грозятся большим штрафом, но люди этого не слушают. Вот есть там такие адреналильщики, как я говорю. Ну вот, машина спасательная, она всех-всех выгоняет.
Машина приехала, уехала, и все побежали опять в море. И что может быть лучше, кофе с ароматом моря, йода и свежего воздуха? Вот такой капучино. Вы нигде такой кофе не выпьете, как на берегу моря. Вон там девушка продает кофе, а спасатели борются с нарушителями, которые никак не хотят выходить из воды. И уже вторая машина поехала. Ну вот, ребята, мы возвращаемся с моря. И я хочу посчитать, сколько же нам обошелся один день нашего отдыха вдвоем. Билеты. Палангу и обратно. €50. Обед на двоих €20. Так. Ну и все. Если мы только еще сейчас перекусим. Где-то €70, да? Целый день на двоих. Больше. Не больше. Больше. Ну посчитай билеты. Муж говорит больше. У меня получается где-то €60. 70. 70 евро на двоих. Целый день отдохнуть в Паланге. Нормально. Вон сколько народу валит. Посмотрите. Тьма тьмущая. Ребята, мы зашли на обратной дороге Палангус Пущинас. Это санаторий МВД. И заказали вот такие блинчики, зеленый чай. И будем отправляться на автовокзал.